Дети работают на проезжей части на улице Высотной. Они бегают между машин и предлагают протереть фары за вознаграждение. Делают это, когда загорается красный сигнал светофора и автомобили останавливаются. Этим видео поделился телезритель 7 канала. Он говорит, что такая ситуация ему напоминает события из 90-х, когда дети искали любую возможность подзаработать. При этом они, естественно, рискуют, когда выбегают на проезжую часть в ГИБДД. Нам сегодня сообщили, что в ближайшее время в данном месте они проведут проверку. Если информация подтвердится, они передадут все данные сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. Такое нарушение наказывается штрафом в 500 рублей. Что делаете? Ну, просто фары мои. За денежки? Да. Понял. Платят денежку? Интервью не давай, все нормально. Что? Ничего. Так, а что мы не так делаем? Нет, все хорошо. А зачем снимаешь?